Идеальный сценарий развития крипторынка. В последние пару-тройку месяцев новостей о регуляции и легализации криптовалюты вышло больше, чем за предыдущие 8 лет. Обсуждения криптовалюты из бизнес-сообществ поднялись до уровня правительственных кабинетов. И это хорошо, ведь чем больше разрешений сейчас выдадут чиновники, тем больше институциональных инвесторов придет на рынок. Однако нужно усвоить такую вещь, что с выдачей разрешений чиновники, конечно же, торопиться сильно не будут, и взрыва не случится. Дело в том, что технология блокчейн еще не готова. Если крипторынок сейчас получит большие вливания, то он резко улетит вверх, и получится, что технология стоит дороже, чем является, и последует большой откат, а за ним много разочарований. Я за то, чтобы рост происходил плавно. Идеальный сценарий развития криптовалюты – это тот, который способствует плавному и уверенному ее росту. В моем понимании, этот сценарий должен включать в себя три вещи: совершенствование технологии блокчейн, приход на рынок новых инвесторов, проработка и улучшение законов, чтобы деньги инвесторов были в безопасности. При этом все эти три направления должны развиваться синхронно. Если какое-то из направлений сильно вырывается вперед или западает, то рынок начинает, конечно же, штормить. Ну и нужно учитывать, что ETF нужны для того, чтобы не было вот этих самых диких джунглей на криптовалютном рынке. Ну а с вами был Криптофатеев, делитесь своим мнением и всем удачи, всем пока.